Для любителей шикарной и просторной техники представляем вам китайский электрокар фирмы RAM. Это действительно большой и стильный лимузин, внедорожник, который заставит вас влюбиться в него с первого взгляда. Естественно, он имеет мощный двигатель, до 3000 Вт, большую емкость аккумулятора, высокий клиренс, комфортный салон и много места в багажнике, потому и цена его будет не самая низкая, около 3000 долларов. Растаможка и доставка его из Китая будет стоять еще столько же, в зависимости от того, насколько далеко от Китая вы живете. Тем не менее, конечная его цена будет намного ниже, чем цена знаменитого Nissan Leaf, и тем более Tesla. Данный электрокар также напичкан электроникой, по сути это умный электрический внедорожник с повышенным комфортом. Если вы пересядете на такой транспорт с любой бензиновой или дизельной иномарки, то вы не будете испытывать неудобства совершенно ни в чем. Он оборудован всеми видами удобств, функционала и комфорта. Потому если купите данный электромобиль, то останетесь довольны. Выбрать и купить электрокар можно у нас на сайте.